Добрый день, мои хорошие! Хочу показать вам, что у меня растет сейчас на балконе. Вернее, на лоджии, потому что балкон у меня, лоджия, застеклена. Ну, во-первых, я хочу показать вам вот эти елочки. Я не раз уже их показывала, но вот поближе хочу показать. И потом я вот тут обнаружила еще у лавра, у меня веточка выросла. Видите, с самого низа еще вот будет веточка. Что меня, конечно, очень-очень радует. А вверху вот такие ветки. О, какие! Растут не по дням, а по часам. Вот лучок, который мы с вами недавно сажали. Он пытается... Во-первых, он позеленел. И немножко подрос. Вот этот пока ни с места не сдвинулся. Этот позеленел. Он был совсем желтым. Ну, плохенький, конечно. Посмотрим, всего лишь третий день сегодня. Это вот кактус. Ему лет 30. Я даже не помню, когда его посадила. Но очень давно. Мне его привезли издалека откуда-то. Пол сантиметра буквально. Малюсенький-малюсенький. И вот такой он у меня вырос. Вот моя рука. Видите, он какой? Вот. И этому примерно столько же. Этот, наверное, еще старше. Я уже даже не помню. Но 30 лет ему точно есть. Я его в магазине нашла в ужасном состоянии. Он был сжуренный такой, малюсенький, несчастный. Мне его жалко стало. Я отдала за него последние деньги. Пришла за хлебом, ушла без хлеба. Но купила кактус. Принесла его домой, полила. И он так раздался сразу, раздул щеки. Но он маленький, он вот так маленький и остался. Так, наверное, и будет маленький. Вот, по сравнению с моей рукой, видите, малюсенький совсем. А это вот две детки у него были возле него. Где-то на 5-й год дал мне деток, и я их потом рассадила. Они еще молоденькие, но они вот плохо растут. Возможно, их пора пересаживать, но пока у меня подходящего горшочка нет для них. Вот так вот сидят, я немножко камешками украсила, ну, как есть. Рядом с кактусом разместился розмарин. Вот такой кустик, хиленький, в комнате стоял, и вот он прям жиденький совсем. Был в другом горшке, я его вчера пересадила и поставила сюда на окно. Надеюсь на то, что он... Здесь ему лучше будет. Это розмарин. Тоже прошлогодний куст. Большой был. Я его срезала. Вот видно, что вот здесь вот срезано. Тут я где-то срезала. В общем, я его весь обрезала для пересадки. И листики высушила. А этот вот пересадила в новый горшок. И будет он у меня дальше расти. Ну, он сейчас распушится, даст новые побеги, и снова я его буду обрезать. В общем, я его режу, подсушиваю. Если нужен свежий, я подхожу, просто листочек беру в разные блюда. В рыбу, в мясо. Вот. Так, а это у меня хризантема. На 8 марта подарили мне вот такой куст. Он отцвел. Я его постригла. Убрала, вот здесь вот видно, убрала я цветочки, срезала. И он начал пушиться. Но стоял, опять же, в том горшке, в каком продали. И немножечко пострадал он у меня. Вот видите, здесь листики такие. Пока ничего не трогаю. Просто пересадила вчера в новый горшок, в новую землю. Вот, как видите, вот начали расти вот такие побеги. А здесь вот бутоны, по-моему, собираются, видите? Ну, посмотрим. В общем, я надеюсь на то, что ему сейчас будет лучше в этом горшке. Возможно, горшочек маловат, но пока нет возможности пересадить другой. Вот он у меня тут и подсыхал, ему не хватало влаги. В общем, вот так. Надеюсь на то, что он у меня будет жить. Хризантемка очень красивая.
Вот такой небольшой ассортимент у меня сегодня. В этом году больше ничего сажать не буду. Буду ухаживать за тем, что есть. С огородом у меня в прошлом году как-то не очень заладилось. У нас там за окошком еще сирень цветет. Не побил ее. Сильный дождь был. Ветер, ну вот цела. На окна мои, пожалуйста, замечаний не делайте, потому что окна мыть я не могу сама. С той стороны мусор кидают, и тут летит все. Первый этаж, что вы хотите. Помыть окна очень дорого. Нанять, помыть окна очень дорого, пенсии у меня не хватает. Так что не делайте замечаний, пожалуйста. Ну все, мои хорошие, на этом все. Все я вам показала. Спасибо за внимание. Всем доброго здоровья и пока-пока.